Текс. Зато есть, да, колючка. Привет, друзья! Мы сегодня будем красить с вами вот такие вот подставочки. Кстати, в такой же технике покрашен и плащ. Я взяла все голубые оттенки, которые у меня есть. Ну, как у меня, у мужа. Ну что, начнем с самого темного? Так. Тут пусть будет вот так темный. Дальше темный будет у меня вот здесь, вот в центре. Сюда, сюда и вот сюда. Вот такую вот штучку сделать интересненькую. Текс. И вот здесь вот немножечко потемнее. Вот здесь немножечко потемнее сделаем. Завиточка у меня нигде нет. Никакого. А я хочу завиточек. Что делать? А. Зачищаю чуваков, поэтому лишний звук это от меня, если что. Зато есть, да, колючка. Надо добавить темненького туда сюда, вот, вот сюда ввести. И растушевать тут немножечко. Дальше погнали. Ну что, какой сейчас будет? Что? Блин, не старалась ничего не сказать. В смысле, звука не издать, очень старалась. Хватит, хватит. Ой, этот прикольный. Его лучше будет видно. Палитрочка красивая. Немножко зеленый сделать. С темно-синим. А еще фиолетовый, но фиолетовый, ладно, попозже добавлю. Вот он, видите, какой цвет прикольный получается такой. О, кайф. Это я могу открыть беззвучно. Блин, нет. Сейчас будет самая завораживающая часть. Мы будем делать волны. Самое главное, сильно не давить тут. А вот здесь я голубым сделаю. Голубая авиационная. А где звук? Тишина. Ой, надо белый добавлять. Ой, так прикольно так. Проливочка. Все, готово. Лак. О! Окей, фух. Вот такая подставка у нас получилась. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. До встречи. Пока-пока.